Мы надеемся, что вам нравится этот формат, который мы придумали. И позвольте представить директора фестиваля Марина Севелева. И директор Михаил Богданов. Да, вот столько директоров. Буквально через минуту на сцену выйдет Алекс Хирш, и мы придумали... Мы придумали небольшой перформанс такой, который они проведут с Дмитрием, и я надеюсь, что именно сегодня Алекс не только проникнется российской культурой, но еще и заговорит по-русски. После этого будет небольшая автограф-сессия. Мы надеемся все ускорить. А потом будет уже полноценная презентация, даже не презентация, а встреча Алекса со всеми фанатами, и вы прямо из зала сможете задать ему любой вопрос. Я буду подходить к вам с микрофоном, вас будут выводить на экран, вы будете звездами. Так что готовьте свои вопросы. В 3 часа у нас будет грандиозное шоу с Алексом Хиршем. А сейчас мы удаляемся. Дима, выкручивайся. Удачи, ребят! Я знаю, что вам предстоит еще нелегкий денек. И сегодня, и завтра. И вчера он был нелегок, и позавчера. Но в курсе, что все эти стенды были возведены всего лишь за 1 вечер в пятницу. Это же просто с ума сойти. Давайте поаплодируем организаторам. Ну а пока мы ждем Алекса Хирша, давайте с вами что ли поболтаем там, я не знаю. Надо, чтобы это было тепло, лампово, по-домашнему. Все-таки большой фестиваль, пускай и большой, но мы должны быть все близки, ну не так близки душой, все правильно. В общем, я хочу бросить, например, в толпу вот эту открытку, на которой, кстати, я записывал, что мне надо говорить. Вот. Ну, кстати, будут еще открытки в течение всего выступления, так что вы особо не рвите там друг друга, ладно, ради нее. Да и плюс они там где-то продаются, и вчера я их раздавал еще и бесплатно. В общем, я сделаю, наверное, вот так. Ну, правда, не убивайте. Давайте лучше не буду так делать, нет? Ну, правда, да или нет? Хорошо, итак, 1, 2, 3, 4. Ладно, там на двоих хватило. Она упала! Можно еще на третью часть порвать. Дима, раз ты начал кидать в толпу открытки, это еще фишка Камильфо, кидать в толпу комиксы. Ну, слушай, я надеюсь, там не какой-нибудь Salute Edition, который просто убьет кого-нибудь сверху. Естественно, и пока Алекс Хирш подходит к сцене, это не очень просто. Нужно разогнать всю толпу фанатов, которые дежурят у его комнаты. Я пока расскажу про эксклюзивные издания, которые вышли специально к фестивалю, к большому фестивалю. Это артбук афиш. Возможно, те, кто подписан на нашу группу, видели, что мы проводили конкурс афиш среди различных художников. И откликнулись художники со всего мира, в том числе свой скетч нарисовал Грампа, афишу нарисовал Патрик Макхейл, это создатель «По ту сторону изгороди», он почетный гость нашего фестиваля, и сегодня встреча с ним будет в 5 часов вечера и автограф-сессия. Так вот, в этом артбуке собраны потрясающие афиши российских художников. Кстати. Мы очень горды тем, что откликнулись люди со всех уголков России, и многие из них даже приехали на наш фестиваль. И это для большинства художников их первая публикация. И половину этих афиш мы еще распечатали и развесили по всему городу. Так что часть этих афиш вы можете встретить на улицах Питера и непосредственно на Невском проспекте. И еще очень важный момент, очень важный для нас сборник, поскольку у нас фестиваль не только веселья комиксов, но еще и ностальгии. Мы устроили конкурс среди художников комиксов, опять же, в нем приняли участие и именитые художники, и начинающие, который называется «Наше детство». Ребята разных возрастов нарисовали свои истории, то, что они помнят из детства, например, там, героев комиксов «Матроса Кошкина». Кто «Матроса Кошкина» помнит? Потрясающий же комикс был, правда? Вот. А те, кто родились в 90-х, уже не знают, что это такое. Также, кто играл в войнушку репейником? Я играл. Целый, это делал. Целый комикс есть про это. Кто играл в Кэпсы или
Отлично, в Кэпсу вы можете поиграть на стенде Кэпсов сегодня. А кто... кому попадался киндер-сюрприз, где не хватало детальки? Куча людей! Все эти истории из нашего детства и порой даже трагичные для ребенка, они собраны в этом сборнике, очень советуем. Это вот сборник под большой фестиваль, и сейчас он полетит в толпу, он очень тяжелый. Или арпук все-таки... Берите голову! Или арпук кинуть? Давай на парашюте! Не, арпук травматичный, мы уже... Раз, два, три! Я уже это делал. Твоя фишка, да, я видел, я подсмотрел. Ничего страшного, я тебя не буду судить. Погнали! Раз, два, три, четыре, пять! Отлично, его не стали разрывать на куски. Хотя там... А, да, если действительно порвать на куски, там может получиться примерно... Сколько? 20 комиксов? 10? Нет, там 240 страниц, это, считай, 60 комиксов. 60 комиксов? С ума сойти! 60 комиксов про детство от 60 художников. Но те, кто не успел поймать, могут всегда приобрести это за свою наличку где-то там, наверное. В магазине, на стенде издательства Коминфо или на стенде магазина «Большой фестиваль». Так, меньше коммерции, больше веселья. Я надеюсь, что Алекс уже подошел. Сейчас я посмотрю. А, подошел, все, я удаляюсь. Алекс Гирш идет встречать любовь. What's up, what's up? This guy, come here. Let's see what we got out here in the crowd. Hey guys, hey, what's up? Hi, hi. Look at all these awesome costumes. Hey! I love Spider-Man, what's up, my man? Привет, человек-паук. Hey! High five, high five, high five. Thank you, Junior! Alright, alright, I'm gonna jump. Краудсерфинг, наверное, лучше пока не надо. You look different than you did backstage. Something happened to you. Я выгляжу немного иначе, да, чем за кулисами. Я принес с тобой, точнее, он сам пришел и утащил меня. I'm jealous that I don't have a dinosaur, guys. Where's my dinosaur? So what are we doing today? What are we doing up here? You tell me. Today we're gonna do a voice acting and reverse voice acting. Okay. Like, you gotta be translated from Russian into English. Grunkelstein, Bill Cipher, Seuss. But I will start. Я начну. Okay, I don't speak any Russian, so I have no idea what he's gonna be saying. Давайте начнем сначала с английского на русский. Let's start with from English to Russian translation. Okay, all right. So we'll just do like a little scene, a little Gravity Falls scene. All right. Небольшая сцена из Gravity Falls. This scene is called Grunkelstein Goes to Russia. Сценка называется Прадядя Стэн приезжает в Россию. Seuss, I need you to bury some gold for me in the yard. Keep digging until you get to Russia. Seuss, мне надо, чтобы ты достал золото. Пожалуйста, копай до тех пор, пока не доберешься до России. I think that's impossible, Mr. Barnes. I don't think that works that way, dude. Конечно, это невозможно, Mr. Barnes. Я не думаю, что так вообще можно сделать. Это не сработает. You can do it! Just keep digging! Dig! Ты сможешь! Продолжай копать! Копай! Later that day... Позже, в этот же день... Alright, Mr. Barnes, I dug for 10 hours and I made a hole in Russia, dude. Mr. Barnes, я копал уже 10 часов и все еще не вижу России. Well then, in we go! 3, 2, 1, up! Видимо, я не так расслышал, значит, они докопали до России, и мы прыгаем в дыру! Oh my gosh, we're falling down a hole into Russia! О боже, мы падаем в дырку, а я лечу в Россию! Guard your wallet, Seuss! They're all thieves, or so I've been told!
Держи крепче свой кошелек, СУС, там везде воры! That is a very offensive stereotype, Mr. Pines. Это очень обидный стереотип, Mr. Pines. Yeah. Well, while you said that, I stole your wallet, СУС. Я украл твой кошелек, СУС. Это был я. СУС and Grunkle Stan arrive in St. Petersburg. СУС и прадядя Стэн прибывают в Санкт-Петербург. I'm cold. I want to go home. Мне холодно, хочу домой. Hey, at least you have arm hair, dude. I'm freezing. У тебя хотя бы есть волосы на руках, а я вообще замерз. Hopefully none of those Gravity Falls monsters followed us here. По крайней мере, никто из монстров Gravity Falls за нами не последовал. Now him. И переводимый смех Билла Сайфера. Демонический, ужасный, отвратительный. I don't trust the translator! Я не доверяю переводчикам! It's me, Билл Сайфер! I followed you to Russia! I'm insane! Это я, Билл Сайфер! Я следовал за вами в Россию! Я сумасшедший! Remember, reality is an illusion, the universe is a hologram! Buy gold! Buy! Saying your catchphrase, Bill. Зачем ты говоришь свою коронную фразу, Билл? I just want to be liked, guys. I just want the crowd to like me. Я всего лишь хочу понравиться толпе, ребят. Ну что такое? Bill is insecure, just like everyone else. Билл просто волнуется, как все остальные. Let's not be enemies. Let's have a fun day in St. Petersburg, eating borscht. Давайте просто проведем отличный день в Санкт-Петербурге, поедая борщ. And so, Grunkle Stan, СУС, and Bill Cipher went to the Hermitage Museum. А потом СУС, прадядя Стэн, пошли в музей Эрмитаж. While they're there, they see a strange old man looking at some of the artwork. Откуда появился странный мужичок, который такой типа... Куда я попал? I drank a bunch of moonshine, and when I woke up, I was in Russia! Я не знаю, что произошло, когда я проснулся, я уже был в России! Alright, this is the part of the story where things change. Now, he does the voice, and I translate. А теперь я говорю по-русски, а он переводит. I don't speak Russian, guys. Посмотрим, надолго ли вы будете. Если что, можешь открыть Google Translate, хотя это вряд ли тебе поможет. I don't think it will work. Итак, добро пожаловать на большой фестиваль, ребята! I, Grunkle Stan, will now rip my shirt off. Mr. Pines, you're so much more muscly than I imagined in my wildest dreams. Mr. Pines, вы намного накачнее, чем я видел в своих снах. I will paint you so the people of Russia can enjoy your magnificence for many years to come. Надеюсь, Россия оценит это волшебство. This is disgusting! We're gonna get thrown out of the museum! Это отвратительно! Давай пойдемте в музей! А сейчас мы попробуем научить Алекса каким-то российским словам. Русским словам. I'll do my best. Итак, что же заставить его произнести? Ну, не считая... Так, стоп, секундочку, только все замерли. А теперь давай. Балалайка. Балалайка?
term, but better. Okay, say it one more time. Балалайка. Балалайка. Что-нибудь еще? Подождите. Игорь сейчас нам что-нибудь придумает. Так, давайте, как, например, насчет слова гравипадова? What's that? What are you talking about? It's like Gravity Falls, but in Russian. Okay. Gravity Falls town, something like that. Say it slowly for me. Гравипадово. Гравипадово. Ну и давайте еще парочку слов из толпы. К сожалению, все, что я услышал, это... Ты, пацан, который хачапури. What's that? Хачапури is like pizza, but better. Oh, that sounds fantastic to me, dude. All right, spell it out. Хачапури! Хачапури! Oh my gosh, I'm having a seizure. What? Сознание теряю, что происходит. Ну, кстати, да, под конец, например, как-то по-французски произнес. Bon appétit, все дела. А, это не французский, ну ладно. Давайте еще одно слово, и на этом, наверное, пока все. Вот давай ты, в чайничке. Адовая туса, это уже было, ну ладно. Адовая туса. Do you remember that? Адовая туса, it's like health party. Health party. Okay. One more time. These are all swears, aren't they? You guys are making me swear. Well, hardcore party. I'll say it one more time. Адовая туса. Адовая туса. Yes! I'm Russian now! I'm turning Russian. It's happening. Я превращаюсь в русского. Да, это происходит. Итак, мы удачно превратили Алекса в русского. И сейчас он отправится раздавать вам автографы. And ask them things for me to say. All right. Let's see. From the audience, one second. All right, let's see. Something for... look at this, a balalaika. Whoa, balalaika, bilalaika. I am a balalaika. Finally, my dream to take over Russia has come true. Наконец-то моя мечта завоевать Россию сбылась. With charming music that will delight everyone. Thank you. This right here, this is you? For me to keep? This is a gift for me? Это подарок для Алекса Хирша. Thank you so much from her. This is for me to keep. Thank you. That's amazing. Okay, so there aren't any strings. Yeah, so... К сожалению, нету use magic to play. So yeah, it's an air balalaika. Yeah. Air balalaika. Let's see, all right. I think we got time for one more phrase from Grunkle Stan. One more Russian word to learn. Let's see. Who's got one? Who's got one? I think this person has one. Привет.
one more time. Can I take a picture of you? Could you say that word for me one more time? Привет. Thank you. St. Petersburg, привет! The most adorable dipper in the world, right here. Ladies and gentlemen. Самый милый диппер на свете. Let's see. Maybe one more, and then we're done. Let's see. Еще одно словечко. Самое последнее. I got a Wendy right here. Let me take a picture of you, Wendy. Босс. Я диктатор. О нет, Wendy, подними свою жопку. О, отлично. What would you like for Grunkelstan to say? What is that? The word is "pufle." It's like Russian name of the waddles. Oh, really? Waddles? Yeah. Waddles? Yeah. Say one more time. Pufle. Did you sneeze? Pufle. One more time. Pufle. Pufle. What is that? Is that just a name or does it mean something? It's like a fat pig. It means fat pig. That's so interesting. In English, it's waddles, which means to like walk like this. And I heard that in Spanish, it's the word waddle is the same word for duck, so he's called duck in Mexico. So it's a little girl with a pig whose name is Duck. Duck too. Yeah, exactly, but a pig for some reason. It's very cute, it's very strange. I'm alright. One last one and then this is it. Но теперь самое последнее слово. And then I must go to other things. Let's see. Who could it be? You know, I got another Mabel right here. I gotta give the mic to. Here it comes. Жидкое мясо. What is it? It's the greatest food in my universe. Say it again for me one more time. It's like liquid meat. It doesn't exist, but it's great. Sounds good to me, dude. Say it one more time. Жидкое мясо. Break it into two pieces. Жидкое. Жидкое. Мясо. Мясо. That is our little English to Russian lesson for you all. I hope you learned some useful things. I learned that you guys are all delightful. So, thank you all for coming. I'm going to be doing a Q&A later. Is that right? Да, правильно. Позже на сцену после автограф-сессии вернется Алекс Хирс для того, чтобы провести сессию вопрос-ответ со зрителями. Поаплодируем. So I'll be answering your questions, and any questions that I don't know, I will just, I will play the balalaika instead, so. Thank you very much, I'll be back in a little bit, later, man! Плану. Ну, секундочку. Стоп, мы пропустили розыгрыш призов. Ничего не пропустили, все сейчас будет. Сейчас будет розыгрыш призов по номерам билетов! Если я не дезинформирован. Такое вполне может быть. Но это нормально. Вы понимаете сами, большое-большое мероприятие, маленькими силами, но мы смогли, я думаю, со стороны как очевидец, я думаю, это новая планка в истории российских фестивалей комиксов, аниме и всего прочего. Правильно? Так что это только начало. Вот. Но пока я жду... смотрите-ка, тут что-то уже есть. Но это вряд ли то, что нам надо, но тем не менее...
Возможно, там со вчерашнего дня билеты, я не уверен. Кто может мне помочь подойти? В общем, ладно, я пока просто вас поразвлекаю. Хорошо. Кто? Станцевать. О, тут, кстати, принц Лимон просто офигительный. Можно его на секундочку? Передаю привет в перископ. Итак, кто это к нам пожаловал? Звучит как комплимент. Что еще скажешь? One billion years dungeon! За что? For me! Миллион лет подземелий? За что ты ему? Ну ладно. Я брошу его обратно, хорошо? Он умеет летать? Я не буду бросать его. Возьмите. Слушайте, там сейчас мне предложили позвать обратно Хирша, но нет. Я боюсь. Он заговорил со мной. Морти, куда мы попали? Блин, я не знаю, я вообще боюсь сцены. Кто все эти люди? Почему? Почему они выглядят как персонажи из разных вселенных? Неужели ты где-то открыл здесь портал? Морти, я ничего не делал. Я просто пришел попить пивка, потому что здесь оно есть, причем отличное. Тут есть пиво ПАВ, которое почти как ДАВ, только лучше. Слушай, мне это неинтересно, я хочу домой. Чувствую себя как дома, Морти. Так, ну, если розница... сколько сейчас времени? Кто-нибудь может мне подсказать, пожалуйста? Ну, вообще, судя по программке, уже должно начаться косплей-дефиле по 60-м и 70-м. Я не знаю, готов ли косплеер, давайте их поддержим. Так, в общем, вы пока тут покачаетесь, я сейчас вернусь.